Подача. Скидка не прошла. Удар. Горка на месте. Гол. Гол. Жерар Пике. Кому-то конкретному на трибуне он посвящает этот гол. 1-0 Барса. 21 минуту держался Бильбао. Нет, я не о том, что сейчас будет разгром или что все ясно. Нет, никоим образом. Никоим образом нет. Это все вопросы, которые сейчас я не буду обсуждать. Мы смотрим матч, а не какую-то его часть, не хайлайтс. Но, тем не менее, вот тут как раз Атлетик потерял свое построение. Вот здесь, ну, где люди, где все эти люди, да? Кто их защищает, кто их опекает, защищает и так далее? Никто. Растерянность, потерянность и полная свобода Пике. Признаюсь честно, одного из моих любимых футболистов, и в Барселоне в частности. Удалой, великан. Не понимаю тех, кто его критикует за медлительность, за что-то еще там. Футболисты, которые не обладают минусами, они встречаются крайне редко. Я вообще ни одного такого не знаю.